В Днестровских Зорях начался второй осенний заезд. В санаторий приехало больше 100 пенсионеров. Алиса Плахова продолжит. В холле санатория «Днестровские Зори» сегодня людно. Идет прием пациентов. Сначала консультация с врачом и назначение процедур, потом расселение. Алла Александровна здесь впервые. Женщина приехала восстановиться после операции. Я думаю, что здесь бассейн есть. После операции что делать? Плавать в бассейне, принимать хвойные или минеральные ванны, делать массаж или дышать солью – это решает врач. Каждая процедура строго по назначению. Анна Сергеевна ждет своей очереди с улыбкой. Вспоминает, как 40 лет назад, будучи совсем юной, приезжала сюда в пионерский лагерь. И помню домики, и все это, вот ко мне родители приезжали. Столько лет прошло, мне довело, сейчас мы уехали трое. И дали путевку, спасибо. Нас так тепло приняли, так хорошо, нас даже покормили. Красиво здесь, все совсем уже по-другому, но природа та же. Прогулки у Днестра здесь тоже по назначению. Чем больше, тем лучше. На берегу есть беседка, а через месяц появится кафе с видом на реку. Подышать с пользой для здоровья можно и здесь. Правда, свободных мест нет. Соляная комната очень популярна. Тут спокойная музыка, удобные шезлонги, а в воздухе витает соль. Как ощущения? Ну, успокаивает немножко. Понравилось? Да, очень. Очень нравится здесь и Клавдии Ивановне. Она приехала в четвертый раз. Это уже вошло в привычку. У женщины проблемы с коленями и боли в спине. В Зорях становится легче. Все хорошо. Девочки очень внимательные. Вот вы видели сами, как они показывают, как нам нужно делать. Потому что мы уже в возрасте забываем. А девочки здесь молодые, очень такие добрые везде. Вот только что делала керамзит на колени. Видите, они еще красные. В этот заезд отдохнуть и поправить здоровье приехали больше 100 пенсионеров со всего Приднестровья. Большинство получили путевку по льготам, бесплатно. Приезжают в санаторий и иностранцы. Сегодня к нам должна, она недавно совершенно была, жительница Германии приехать. Она была у нас, она была после нас в другом санатории. И сейчас вот позвонила, говорит, нет, я хочу только к вам. Сейчас в одном из жилых корпусов санатория идет ремонт. Через 3 месяца здесь будут новые спальни. С Нового года Днестровские Зори смогут принимать еще больше желающих. До 140 пациентов в заезд. Алиса Плахова, Владимир Дружинин, ТСВ.